Всем доброе утро. У нас ветер поднялся. Я тут накулючилась, думала, все, весна кончилась. Холодно. А тут так тепло. Такой ветер теплый. Пипец, а я в шубе иду в своей. Вот так вот, представляете? Ну, я слышу за окном ветер. Муж говорит, там ветер такой поднялся. Ну, я думаю, как всегда. А нет, может быть, весна наступила на самом деле. Вообще, ну ладно. Буду идти париться. Ну, сейчас расстегнусь. Смотрите, ветерок какой. Моя красавица. Вот он уже стоит. Вон там у нас дом. Так что едем на работу. Прям такой весенний ветер классный. Вообще. На мужа один раз сказала, говорю, чтобы он мне воды оставил в машине. Смотрите. Он, видимо, своей машиной сюда перебросил. А еще, блин, у меня тут, смотрите, сколько всего. Масла валяется, соль и фисташки. Вообще масло на жаре будет. Но я вообще валяюсь. Чарли, сувы, Чарли, сувы, сувы. Ой, сувы кивене кочи. Блин, масло, конечно, это плохо. Поставила на паровой бане брокколи вариться. Вот, потом добавлю туда, ну, вот эти котлетки, которые вчера купила. Гамбургеры они, ну, котлетки. Из рыбки тоже положу туда. Там вот такая вот есть штука, сверху кладется, чтобы два яруса можно было готовить еду. А пока мне нужен мешок мусорный. Тюльпаны надо выбросить. Ой, вам сейчас покажу. Запозорите меня, но у меня не было совершенно времени их выбросить. Ни времени, ни желания. Я вчера пришла, устала с работы, мне неохота было их выбрасывать. А сегодня уже все надо. Желтые тюльпаны. Я открыла все двери. Ну как все в спальне, чтобы проветрить. Ну в спальне я уже, наверное, целую неделю открываю. Смотрите. Только не сильно меня ругайте. Ну да, вот в таком вот в злочастном состоянии стоят тюльпаны. А что делать? Вот пришло время их убирать. И еще у меня одни цветы тоже. Что-то они испортились. Смотрите, они какой-то пылью, видите, как пыль на них какая-то непонятная. В общем, я их тоже выброшу, потому что вообще как-то цветы то ли от ветра, то ли чего. Тут тоже что-то какой-то полумертвый, непонятный, вроде бы и поливаю. В общем, не знаю, что с ним. Вот этот точно сейчас выброшу. И сюда хочу розу купить. Розовые розы. Будет красиво. Ну, этот вроде растет, даже вон стрелки пускает. Ну, не знаю, может, очухаются сейчас летом. В общем, сейчас я это все выброшу. Вот эти цветы, кстати, тоже надо выбросить. Они уже... Ой, в общем, все цветы надо выбрасывать. Я сготовила уже покушать. Вот что у меня получилось. Всем приятного аппетита. Смотрите, у меня никогда не цвело денежное дерево. А здесь цветет. Прикольно. Может быть, просто оно не дорастало до таких размеров, чтобы цвести. Оно у меня там на работе стоит. Я не знаю, когда оно начинает цвести. Я вообще ни разу не видела, чтобы денежное дерево цвело. А тут гляньте, цветет. Я отработала, иду на пляж. Два. Это куда-то сам по себе пошел. Понюхать ему все надо. Маму. Ну вот, блин, нюхач, а? Баму! Погода замечательная, птички поют, ни ветерка, ничего. Сейчас пойду на пляже погуляю. Там, наверное, народу сегодня много. Ну хватит, пошли! Все углы обнюхает. Какая-то, наверное, дамочка там пописала. Своей особенной пис. Хотя он у меня парень кастрированный, ему по барабану дамы. Сидят на улице, над морем прям такая дымка, испарение идет. Надеюсь, завтра будет такая же погода, чтобы прогуляться нам тоже удачненько с утра. Так хорошо на пляже. Сейчас иду, смеюсь.
допустим, у кого есть дети, в каждой сумке, в каждом кармане какие-нибудь находятся либо пустышки, либо там салфетки для детей, да, либо еще какие-то детские принадлежности. А у меня в каждом кармане, в каждой сумке лежит по пакетику для Чарлиных какашек. Ой, не могу, правда? Ой, потому что каждый раз, как куда-то выхожу, ну, допустим, сейчас он у меня без привязи, да? Без это, без... Как она называется-то? Господи. Ой, ну, не привязан, в общем. А пакетики его у меня всегда на вот это, на поводке. Вот, поводок. И когда выхожу из машины, я беру пакетик и в карман запихиваю. И поэтому у меня потом получается в каждом кармане, в каждой сумке по пакетику. Чтобы впросак не попасть, знаете. И вот сейчас мне почему-то сравнение такое пришло в голову. Не знаю. Ой, смех и грех. Там землю роет, вообще народу дофига. Ой, ну так тепло. Я в этой шубе, блин, иду парюсь. Но думаю, с моря небольшой ветерок будет дуть, поэтому как бы... Это на шуба-то, господи, одно название. Смотрите, маки цветут. Видите, это мак. Мак. Спортом занимаются, мой Чарли. А я типа за иностранку схожу. Правда, некоторых знаю. И они меня знают. Так что иногда не выходит за иностранку пойти. А я иду, шагаю по Москве. По-моему, прилив. Море поднимается. Видите, они понаставили раньше вот для... Господи, как они, для удочек. Сейчас у них бывает такое. Так, морем пахнет вообще супер. Сегодня морем пахнет. Вкусно-вкусно. Вообще класс. Все-таки от Чарли есть польза. Я выпила воды. А бутылку пускай он несет пустую. Я ее смяла, ему бросила, он ее подобрал и несет. Видите? Тут прям народы столько сидят, все загорают. Я все-таки сняла кофту, куртку. И иду без нее. Очень тепло, хорошо. Еще платье теплое одела, поэтому... Просто сегодня утром, говорю, ветер прям был. Думаю, блин, холодно. Ага. Ой, ну тут прям... Все, полным-полно людей. А, у нас же теперь выходные еще. До вторника почти у многих. Поэтому все приехали выходные провести на пляже. Мой мальчик маленький бутылку несет пустую. Мичикитина. Помощник мой. Ай. Вот этот мужик взял у этой пальмы, поссал. Народ везде гуляет. А он взял, поссал. И по барабану ему, что люди гуляют, что на него смотрят. Пипец. Вон, дебри. Зайди и поссы. Нет, зачем? Он к пальме подошел.
у всех на глазах. Я не знаю, может быть, знаете, очень много таких людей, может быть, им какое-то удовольствие доставляет прилюдно, как говорится, справлять свою нужду. Просто действительно абсурдно. Вот много всяких кустов. Смотрите, сколько людей ходят. Он встал у всех на виду. Вот еще один, пожалуйста. Это что, апокалипсис, что ли? Бля, ну ты зайди подальше, внутрь. Это вообще... Чарли, уйди оттуда. Я вообще в шоке. Это что? Это как? Они откуда все вышли? Ты, блин, зайди подальше. Ты чё всех на виду? А если я сейчас тут сяду, растопырюсь, вообще у меня слов нету. Одни эмоции. Смотрите, люди ходят с собаками, он встал и стоит. Справляет нужду. Пипец. Вообще, я в шоке. Девочка в платье в таком для коммуниона, первой причастия. Может быть, они фотку будут делать или еще что-то. С барабаном каким-то. Вообще скоро, ну не скоро, в мае, по-моему, мае-июнь, первые причастия начинаются у детей. Сейчас что-то рановато. Тоже, что ли, писать пошли? Всех приспичило одновременно. Я валяюсь в этой ботве. Так вот, не договорила. Может быть, они, когда делают это у всех на виду, они какое-то удовольствие получают? Я не знаю. Вы знаете, у меня был случай такой. Мне было лет 17, наверное. Я как раз училась. Вот. И что-то поздно, ну не поздно у нас в России-то. Была зима, знаете, я в шубе шла, в шапке. Вот. И как у нас там как раз парк такой. В общем, место такое безлюдное. Время, ну не так уж и поздно, наверное, часов 7. Ну, знаете, зимой рано темнеет. Так вот, я шла, и навстречу мне бежит в капюшоне мужик худой и без штанов. Представляете, без, вообще без штанов, без трусов, без всего. И бежит, и вот так мудями своими трясет. Представляете, девчонка 17-летняя, блин, я когда его увидела, я сразу не поняла. Во-первых, зима, а он бежит без штанов в капюшоне. Ну, может быть, спортивной кофте или что. Я так обкакалась. Я, блин, бегом побежала, давай визжать. Мало ли откуда. Я вообще первый раз такое у меня случалось. Вот, то есть, если бы сейчас-то я бы ему еще и вдогонку что-нибудь сказала бы. А тогда я так перекакалась, что, блин, бегом-бегом домой. А идти-то, бежать-то мимо него надо. А он просто, видимо, ему доставляло вот удовольствие, что вот на него смотрят. И все. И ему как хорошо, наверное, или что. То есть я вообще не понимаю людей. Во-первых, из меня даже ничего не польется, если я сяду у кого-то у всех на виду. Ну, какой там что-то делать? Я ничего не сделаю. А эти встали. Как так можно? Я не знаю вообще. Пипец. Чарли, маму. Я уже в душ сходила, искупалась, нанесла масочку, как вы могли бы заметить, да? Сейчас пойду постель поменяю и машинку с грязным, ну это понятно, с грязным бельем, что оно грязное. Ой, с темным бельем положу стираться. Ой, пойду сниму сегодня, который повесила. Ой, какая деловая, столько делов, мама. Знаете, так приятно выходить из ванны и не мерзнуть, и вообще кайф. Обычно, ну, я все равно обогреватель там включила, чтобы, знаете, чтобы вдруг, но уже не нужен, мне кажется, он обогреватель. И так классно выходить с короткими рукавами, и вообще выходить и не мерзнуть, я вообще кайфую, блин. Как я соскучилась по весне, по лету, боже мой. Ладно, пойду дела делать. Ляпа моя от меня не отходит. Такой маленький сладкий рыбки. Такой слезок. Почешите меня, почешите меня. Я буду чесаться. Чешите меня. Мы уже все дела сделали. Красивую кожу пропитали. Пропитали ее масками. Ой, разболелся. Развалился. Зубы показывает. И включила, чтобы с вами попрощаться до завтра. Завтра у нас воскресенье.
Будем отдыхать. А что еще в воскресенье делают люди? Конечно. Ой, мандыкнулся. С дивана свалился. Ой, ничего, живой. Живой и здоровый, живой и здоровый. Целоваться лезет. Ты что, неудачно встал? Да? Вот, что хотел сказать. Забыла, что ты меня сбиваешь? Ой, подписываться надо, конечно же. Что же вы забываете подписываться-то? Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Все как надо, все как у людей, все как у всех. Ой, не могу. Всего вам самого наилучшего. Удачных выходных. И всем пока-пока, до завтра. Пока-пока.